Здравствуйте, дорогие подписчики. Итак, в сегодняшнем видео я вам продемонстрирую самую лучшую и самую вкусную жарку пельменей. Для того, чтобы пельмени хорошо прожарились и были вкусными, мы с вечера сварили пельмени и положили в холодильник. Они должны хорошо остыть. Вот включил сковороду, сейчас немножко добавлю масла сливочного. Вот такое масло положил растительное, и вот немножко сливочного масла. Когда ложат пельмени мороженые, они все равно такими вкусными не бывают. И когда пельмени в горячем виде сварят и ложат, тоже не такие вкусные, как пельмени, которые побывали в холодильнике, хорошо остыли. На все у нас уйдет максимум 10 минут. Они немного слиплись, пельмени. Ну, мы это дело сейчас отрегулируем. Когда пельмени уже готовы, прожарятся, мы немножко черным перцем обсыпаем их. И соевым соусом, и больше ничего не добавляем. Ну, каждому по вкусу, кому-то со сметаной нравится, кому-то без сметаны. Как говорится, на вкус и цвет, друзья. Смотрите, как быстро они цвет меняют. Хоть и добавили сливочное масло в растительное масло, все равно немножко подгорело. Когда зажарится, мы немножко добавим вот такого соуса своего, и получается обалденно вкусно. Но мы соевый соус будем добавлять в тарелочку, которую мы готовим для еды, и водим. Thank you.
Советую попробовать. Один из лучших рецептов. Ну вот наши пельмешки готовы. Посмотрите, я добавляю соевый соус, облил, и, пожалуй, хватит. Ну и теперь черный перец, и можно кушать смело. Смотрите, красота. Всем спасибо. Не забывайте оценивать наш труд лайками, подпиской, ну и комментариями, конечно.